А теперь я покажу вам, как сделать ручки для нашей подушки. Смотрите, я набрала как хвостик петелечек, только на одну меньше. То есть у меня, получается, первоначально я набрала 10 петелек, разделила их по 3 на 3 спицы, 9 петелек, то есть осталось, и провязала 44 ряда. Теперь я остановилась на, смотрите, вот здесь вот, где наша... как сказать, наше начало, в общем, напротив него я остановилась на этой спице. В общем, провязала полных 44 ряда. Теперь, что я делаю? Первый ряд, будем считать, что будет вот этот наш, так сказать, 45 ряд. Первый ряд мы вяжем следующим образом. Первую мы провязываем просто лицевой. Со второй мы будем вывязывать из одной петли 3. То есть, смотрите, заводите, как делаете лицевую, но не снимаете. Теперь делаете накид вот, и провязываете еще одну лицевую с этой петли, но за заднюю стенку. Вот, смотрите. И вот у нас из одной петли вывязалось 3. Теперь снова лицевую. Переходите на вторую спицу. У нас по чередованию идет снова прибавка. Теперь смотрите. Лицевая незаконченная. Накид. Накид делаете вот так вот. А то я по привычке делаю, ну как, от себя я по привычке делаю, но вот здесь надо на себя. И за заднюю стенку снова вводите, провязываете лицевую. Теперь снова лицевая. Снова делаете незаконченную лицевую, накид и снова лицевая. Теперь здесь лицевая просто. Вторая идет. Из одной петли вывязываете 3 и лицевая. Вот мы сделали чередование лицевая из одной петли 3, лицевая. Теперь следующий ряд. Делаем таким образом. Смотрите, из внутренней стороны вы прикрепляете ниточку белого цвета. Для этого вам понадобится крючок. И под вот эти петли наши изнаночные, ну, то есть лицевые с изнаночной стороны, они изнаночные. Продеваете крючком ниточку и прикрепляете вот таким вот узелком. Все легко и просто, как обычно. Узелочек. Небольшой туда краешек оставляете, потому что ну, он нам будет мешать, если будет слишком длинный. И убираете его в серединку вот здесь. Теперь что мы делаем? Мы сейчас будем чередовать, получается, те, которые у нас были лицевые, мы будем их провязывать белым цветом. А там, где было 3 из одной петли, будем провязывать черным цветом. Но обратите внимание, я провязываю за заднюю стенку. То есть 1, теперь снова вот переворачиваете за заднюю стенку, как бы делаете перекрещенные первые две петли из трех. Они тогда будут, ну, как бы без дырочек. Теперь снова лицевая, значит, белой. Теперь 3 из 3, ой, 1 из 3, как 3, 3 петли из одной провязываете снова черной нитью, но уже за заднюю стенку, то есть вот так. Теперь снова лицевая, значит, белая. Черная, значит, 3. Вот так вот, за заднюю. Переворачиваете, делаете скрещенное просто. Смотрите, как у вас там удобнее. Просто, чтобы не было дырочек. Снова одна лицевая, значит, провязываем ее белым цветом. Изнаночная. Вот здесь вот у вас получается из трех одна будет изнаночная. И две лицевые провязываете за заднюю стенку. Ой, простите, черным цветом. Я не поменяла цвет. Черным цветом. Так. И снова лицеваем, снова белым цветом. Теперь, следующий ряд. Что мы делаем? Мы будем сейчас чередовать те, которые были 3 черные. У нас должна быть средняя только черные. То есть мы сейчас делаем 2 белые,
средняя черная, провязываем ее черным цветом. Теперь снова белые. И из трех получается одна черная, значит еще здесь провязываем одну белым цветом. Снова из трех черная средняя, вот она черным цветом ее провязываем. Здесь получается 3 белых. И здесь одна черная. В общем, чтобы вы понимали, из трех средняя у нас должна быть черным цветом. У нас должен так вот переходить жаккардовым узором цвет черный. Здесь также провязываем 2 белые, 1 черную. Вот у меня как раз и ниточка здесь заканчивается. Вот. И довязываете белым. Теперь, если у вас здесь ниточка еще продолжаете, обрезаете ее как можно короче и закрепляете таким вот, как я вам показывала, с внутренней стороны. Зацепляете изнаночную петельку вот так вот и сквозь нее вот так вот продеваете. В общем, или можете вот это крайнее, как вам удобно. Она с лицевой стороны не будет видна. Я думаю, что вы закрепите ее так, что она не будет видна. И так немножечко ее подтяните, затяните вот. Теперь этот краешек тоже спрячьте вовнутрь. Он нам там не будет не мешать, не виден будет с наружной стороны. Теперь нам нужно этот ряд провязать полностью все петли белым. Мы черный с вами отрезали, значит все полностью петли провязываем белым цветом. Вот провязали ряд белым цветом. Теперь у нас будут вот эти петли, которые, вот смотрите, две спицы, которые разделены ниточкой, вот этой, вот эти петли, будут с внутренней стороны руки. То есть вот эта спица будет с внешней стороны. Итак, с внешней стороны вы делаете, чтобы у вас на спице было 9 петель. То есть у нас здесь 7, значит мы с внутренних спиц забираем по одной петле с одной стороны и с другой стороны. Вот так. Теперь нам будет проще, чтобы, ну, сейчас мы будем немножечко делать прибавление, чтобы у нас ручка пошла на расширение лапки. Поэтому я вам предложила вот такой вариант, как бы якобы поделить визуально на две ровные части. Но так как у нас нечетное количество, то здесь будет 9 с внешней стороны, с внутренней стороны будет 8. Вот на двух спицах по 4 петли. Итак, провязываете наши 3 петли первые лицевыми. Теперь снова из последней лицевой делаете 3 петли. Как я вам говорила, провязываете неполную лицевую, накид и заканчиваете снова лицевую за задней стенкой. Вторую спицу провязываете без изменения лицевыми. Лицевыми до конца ряда 9 петель. Теперь здесь вы делаете то же самое, но только в начале. Делаете неполную лицевую, накид и за заднюю стенку лицевую. И до конца ряда лицевыми довязываете. Теперь второй ряд вы вяжете без изменений. То есть просто целый ряд лицевыми. Но не забывайте, что где мы вязали из одной петли 3, вяжите первые 2 петли из 3 за заднюю стенку обязательно, потому что они у вас будут дырками, если не будете вязать за заднюю стенку. Теперь вторую спицу тоже без изменения. Видите, все лицевыми. Здесь 9 петель пока будет неизменно, потому что мы здесь не будем ни прибавлять, ни убавлять. И здесь то же самое. Провязываете лицевыми за заднюю стенку первые 2 петли. И все как обычно лицевыми до конца ряда. Теперь, вот видите, из-за того, что мы делали наш переход цвета из черного в белый, получилось вот такие, как бы корона такая вот красивая, видите, рубчики получились. Теперь, следующий ряд мы снова делаем прибавку. Вяжите лицевыми, получается 4 первые петли. Делаете теперь там, где у вас было из одной петли 3, берете среднюю. И снова из лицевой
вяжете с накидом и снова лицевой заканчиваете. Последняя лицевая у вас. То есть там, где вы из трех, из одной, простите, петли вывязывали 3, берете среднюю. И в средней петле мы будем как раз таки делать прибавку. И с одной стороны, и с другой стороны. Вторую спицу вяжете без прибавок. И с этой стороны вначале тоже провязываем первую лицевой. Со второй делаете 3 петли. И до конца ряда лицевыми. Следующий ряд нам также нужно провязать без изменения полностью лицевыми. Провязав до конца ряда, снова в следующем ряду делаем прибавочки. Доходим до 3 наших петель. Первую провязываете, со второй вывязываете 3 петли. Последняя лицевая за заднюю стеночку. И 2 петли лицевые. Средняя наша спица без изменения. 9 петель у вас должно быть лицевыми. И то же самое делаем в начале третьей петли. Провязываем первую, вторую. И из второй из трех делаем снова 3. И до конца ряда лицевыми. Теперь мы вяжем первый ряд без изменения, как всегда, после наших прибавочек. И еще 2 ряда лицевыми. То есть сейчас вяжите 3 ряда лицевыми без прибавок. Вот мы с вами довязали 3 ряда лицевыми. И теперь нам снова нужно внутреннюю сторону и внешнюю сделать с одинаковым количеством петель. Как бы так как у нас, еще раз повторюсь, нечетное количество петель, то будет, получается, с внешней стороны на 1 петлю больше. Так как с прибавками у нас теперь на внутренней стороне по 10 петель, на внешней стороне 9 петель, то 29 петель. Напополам это по 14,5. Значит, с внутренней стороны мы оставляем 14 петель, с внешней стороны мы оставляем 15 петель. Значит, здесь мы с 10 оставляем 7 петель, 7 и 7 – 14. С внешней стороны должно быть 15. Значит, мы с внутренних сторон на внешнюю переодеваем по 3 петли с каждой стороны. С одной стороны и с другой стороны. Итак, проверьте, здесь 7. И здесь 7. У меня все правильно. Я надеюсь, у вас тоже. Теперь, что мы делаем? Снова начинаем с первой нашей спицы. С внутренней. Провязываем все петли лицевыми. Теперь одеваем на среднюю спицу последнюю петлю с первой спицы. Вот так. Переодеваем. И делаем протяжку, то есть получается со второй петли натягиваем на первую. Вот так вот. Посмотрите, у меня она получается на петле с этой спицы, петля с вот этой спицы. И снимаем ее. Теперь среднюю спицу провязываем просто лицевыми до конца ряда. Теперь со второй спицы одеваем на первую, то есть получается с третьей по счету на вторую среднюю. И снова, наоборот, на крайнюю, со второй, правильно я первый раз сказала, на третью. И снова вторую на первую натягиваем и делаем протяжку. Вот так. И переодеваем на главную нашу спицу. С этой спицы до конца провязываем петли лицевыми. Сейчас параллельно приходится думать, так как я сама это, в принципе, придумала эту ручку, глядя на картинку. Поэтому я немножечко могу сейчас оговариваться. Я как бы правильно думаю, вспоминаю, как она вяжется.
То есть сейчас думаю с головы, так сказать. Теперь снова. С этой спицы провязываем все лицевыми. Это получается по счету у нас первая с внутренней стороны. Переодеваем ее на вторую спицу, последнюю петлю. И снова делаем протяжку. И переодеваем на первую спицу. Повторяем таким образом убавление. Средняя провязывается без изменений лицевыми до конца ряда. И последняя со второй спицы одевается на третью. И делается снова протяжка. Обратите внимание, мы таким образом с двух сторон делаем убавление. То есть мы поделили наше общее количество петель максимально напополам, насколько смогли, то есть 14-15. И делаем убавление, получается, с двух сторон. Теперь снова мы дошли до первой спицы. Снова вяжем все лицевые. Одеваем с первой спицы на вторую. Делаем протяжку. Снимаем ее. И все петли лицевые со второй спицы до конца ряда, как всегда. У нас на внутренних спицах будет не одинаковое количество петель, не пугайтесь. Просто мы с первой спицы одеваем на вторую, а со второй на третью. Поэтому не обращайте внимания как бы на это. Вот, снова сделали сокращение и до конца ряда вяжите лицевыми. И снова вот мы дошли до первой спицы. Опять провязываем все лицевые. И с первой одеваете на вторую. Одеваете и делаете протяжку. Все петли со средней спицы вяжем без изменения лицевыми до конца ряда. До конца ряда спицы, уточню, потому что многие могут подумать, что до конца ряда всего. Теперь с последней спицы, со второй спицы последнюю петлю, снова одеваем на третью и делаем протяжку. Вот, и вяжем до конца лицевые. Таким образом мы убавили до 21 петли всего у нас. По кругу 21 петля. Значит, мы провязываем еще на последнюю спицу для того, чтобы более уравнять наши петли. Вот так вот. И теперь нам нужно набить немножечко наполнителем. У кого какой есть, не обязательно брать, как я, ватку. Просто мне, если честно, в ручке удобно именно ватку. Она такая пожестче и будет держать форму. Если хотите, более мягким. Я беру кусочек ваты, вот так немножечко его скатываю и сюда его протягиваю, надеваю. Хотите, помогаете крючком. Мне, в принципе, руками довольно-таки удобно получается. Я немножко мало взяла, я добавлю. Еще чуть-чуть ваточки добавлю. Хотите, не сильно набивайте. Ну, я так средне набиваю, чтобы не сильно мало, чтобы ладошка такая была не сильно приплюснута. Видите, она у меня, ну, объемнее, чем здесь ручка. Так как ручки я сами вот эти канатики не набиваю. Они у меня висячие. Теперь, что мы делаем? Мы с первой спицы провязываем 2 первые лицевой вместе. Теперь снова до конца ряда лицевыми на этой спице. Снова снимаем последнюю на вторую, делаем протяжку, убавление. И среднюю спицу, средние петли на спице мы провязываем до конца ряда, как всегда, без изменения. Почему без изменения? Мы не прибавляем, не убавляем. Потому что у нас это внешняя сторона и должна быть красивенько, гладенько. Теперь снова последнюю петлю одеваете
на последнюю спицу, третью, протяжку делаете убавление. И до конца ряда провязываете лицевыми. То есть 3 петелечки у меня здесь осталось. Теперь первую петлю провязываете лицевой и одеваете снова на ту же спицу, с которой провязали. И на нее нанизываете все петли со спицы. Вот так вот. Делаете такие протяжки, но не снимаете. Вот так. Видите? Не снимаете первую петельку, которую мы провязали, и на нее нанизали вот все оставшиеся петли. Теперь мы эту петелечку переносим на следующую спицу. Вот так. На следующую спицу перенесли. И снова продолжаем нанизывать петли с этой спицы на первую, ту, которую перенесли. Так вот нанизываете все абсолютно. Вот вам поближе покажу. Все абсолютно я вот нанизываю на нее. Так вот до конца. Теперь беру эту петельку и снова переношу на следующую спицу. Вот так вот я ее перенесла и на нее нанизала. Получается оставшиеся 17 петелечек я нанизала. И у меня получилась вот такая вот петелька. Ее немножечко можно вытянуть, чтобы было удобно. И берете крючок наш, одеваете петелечку на крючок и затягиваете. Хорошо затягиваете, вот, плотненько, чтобы сидела петелька. Затянули нашу петельку хорошо на крючок, делаете воздушные 2 петелечки и затягиваете. Делаете якобы такой узелочек. Теперь крючок вводите максимально близко под наше вязание, захватываете ниточку в краешек обрезанный и вот так вот протягиваете сквозь наше вязание. Получается у вас вот такая вот ручка. Теперь осталось только сделать наши 3 перепонки, отделить пальчики. И вот такая хорошая наша ручка готова. А сейчас я вам покажу, как связать лапку-ножку. Я начала, так как я вам показывала, как вязать хвостик, я начала уже и провязала трубку из 18 петель, такой вот столбик, по 6 получается петель на каждой спице, 18 рядочков в длину или в высоту, как вам удобно называть. И приступаю к 19 ряду. Я закончила, как всегда, вот здесь вот, где наше было начало ряда. И смотрите, будем сейчас делать прибавки наши. Все вяжется как в лапке верхней, только из 18 петель, а не из 9, как было в лапке. Смотрите, первая лицевая. Теперь снова делаем из одной петли 3, то есть делаем лицевую, накид. И накид только делаете, смотрите, от сюда. И делаете снова лицевую, но уже за заднюю стенку и снимаете. Еще раз покажу, лицевая. Теперь лицевая, но не снимаете. Делаете накид от себя и за изнаночную стенку, за заднюю, делаете еще раз лицевую. У вас получается из одной 3 петли. Снова лицевая и делаете неполную лицевую, от себя накид и снова лицевую за заднюю стенку. Теперь к следующей петле. Здесь снова чередуете лицевая, прибавка из 3 наших вот так вот вывязываний из одной 3 петельки. Снова лицевая, вывязывание 3 петелек, лицевая, вывязывание 3 петелек. У вас на каждой спице получается одинаково лицевая, чередование и вывязывание из одной 3 петелек. И чередуете до конца ряда. Лицевая, 3 петли. Лицевая, 3 петли. Вот как вы видите, мы уже провязали до конца ряда. И у нас получилось вот так вот много петелечек. Итак, сейчас мы со следующего ряда будем привязывать снова наш беленький цвет.
Берете кончик наш, крючок, и продеваете где-то в петельку, так вот кончик, и завязываете. И все, как я вам показывала на лапке, на первой передней. Вот так вот на узелок завязали. И теперь будем присоединять белый цвет уже в вязание. Добавлять его. Смотрите. Первую петлю лицевую мы вяжем лицевой, но уже белым цветом. Теперь из трех петель, которые мы вот вывязывали, все три петли делаете черным цветом, но за заднюю стенку, чтобы они у вас были перекручены, чтобы не было дырочек. Вот так их провязываете лицевой три черным цветом. Теперь снова берете белый цвет. Те, что отдельные лицевые, провязываете снова белым цветом. Три лицевые из одной провязываете за заднюю стенку черным цветом. Теперь снова одиночная лицевая, мы ее провязываем белым цветом. Три из одной провязываете черным цветом за заднюю стенку. И так чередуете. Три черных, одна белая. Та, что одна была лицевая, одиночная, так и будем все их провязывать белым. Те, что из одной петли 3 вывязывали, 3 черных будет до конца этого ряда. Вот, теперь снова беленькая. Снова поменяли цвет. Неважно, в каком у вас будет лежать, как говорится, ниточка направления. Здесь с изнаночной стороны ее не видно. То есть, видите, я вот ее просто меняю. Неважно, сверху, снизу. Это, я думаю, внутри будет не совсем, как говорится, точнее, совсем не видно. Теперь снова с начала ряда у вас белая и три черные. Смысл такой, что те, что вы вывязывали из одной петли, у вас будут черные. Та, что у вас одиночная, то белая. И чередуете. Одна белая, три черных. Но чередуете только до конца этого ряда. Там, где мы начинали, до нашего начала. Вот три изнаночные. Три черные. На самом деле все петли лицевые, поэтому не думайте никуда тут изнаночные. Единственное, что у вас изнаночными получились петли при... Вот, при прибавлении они немножечко здесь отличаются. Но это мы делаем для того, чтобы были плавные переходы цвета такими рубчиками красивыми. Вот, мы довязали до конца ряда. Теперь снова берем нашу белую ниточку на пальчик и провязываем 2 первые петли лицевой. А теперь смотрите принцип второго ряда, следующего нашего. Мы делаем как? Сейчас из трех черных мы вяжем только среднюю черную. Все остальные петли у нас белые будут. То есть вот эту белой, вот эту белую, черную, простите, вот эту черную, вот эту черную и вот эту. То есть будет у вас сейчас чередование трех белых, одна черная. Сначала мы сделаем только 2 белые, потому что у нас здесь черные идут следом за белым. Теперь продолжаем. Раз, два, 3 белых. И средняя из трех черных остается черная. Теперь снова 1, 2, 3 белых. Средняя из черных остается черной. Теперь здесь одна. И продолжаем со следующего. Вот так вот, со следующего бока. Теперь снова средняя так и остается черной. Теперь меняем на белую 1. 2, 3 белых, 1 черную. Снова 3 белых, 1, 2, 3, 1 черную. И последняя у нас белая. Так как у нас в начале было 2, вот она наша третья в конце нашлась. Это еще не конец, еще одна спица, но она у нас будет тоже в конце. Вот смотрите, 1, 2 в начале ряда. Третья в конце будет. И довязываете до конца ряда.
чередуя 3 белых, 1 черная. На самом деле я это все как бы пробовала, вывязывала сама, и ну, как бы глядя на картинку, я себе вот так вот почему-то в голове придумала, что выглядеть должно так. Но на самом деле, вы, если хотите, то сделайте по-своему, просто поймете принцип, как я делаю. Может, вам понравится все-таки, как я делаю. Если нет, то сделайте по-своему. Теперь смотрите, я до того момента, вот видите, переход пошел, рубчики вот такие вот черненькие. До того момента довязала, и теперь черную обрезаю. Беру крючок и снова таким же привычным узелком, как мы присоединяли, так и закрепляем. Просто чтобы он у нас не вытаскивался. Вот. Делаете воздушную петельку и затягиваете ее. Как можно максимально так туже, чтобы она у вас не соскочила. И теперь берете снова спицы и провязываете полностью целый ряд белым цветом. 1, 2. И поехали до конца этого ряда. Нам нужно провязать все петли белым цветом лицевыми. Черный можете уже убрать, он вам не нужен. Будет. Я у себя здесь уберу. И продолжаете вязать до конца ряда белым цветом. Вот мы сделали наши рубчики, переход черного цвета в белый. И теперь нам нужно будет расширять нашу лапку, делать ее более такой вот кругленькой, как бы. Ну, и для этого нам нужно, довязав ряд до конца, вот как вы видите, ниточка разделена, нам нужно теперь наше вязание поделить на две части, как и лапку верхнюю. Сделать такой перед, так сказать, или вверх и низ. Вот. На спицах у нас сейчас 36 петель. Я делю напополам. То есть здесь у нас, как лапки верхние, у нас не делилось напополам, но мы брали приблизительное количество петель на две стороны. То здесь у нас ровно по 18 петель. То есть я оставляю на вот этих наших, так будем считать, первой и последней спицы в ряду, буду оставлять по 9 петель. То есть 9 и 9 будет 18. И на нашу среднюю петлю у спицы буду оставлять 18 петель. Правильно? 9 и 9, 18. И спереди у нас тоже 18. 36 петель. Итак, делаем мы следующим образом. Вот так вот переодеваете с этой спицы 3 петли, с первой на среднюю, и с последней переодеваете 3 петли на среднюю. Вот. Итак, мы поделили петли наши и делаем таким образом теперь. Будем делать прибавки на расширение, еще раз повторюсь. Вот я вам поверну, чтобы было видно. Вяжем с наши 8 петель первые лицевыми. Так, 5, 6, 7, 8. Из последней петли мы делаем прибавку до 3 петель, то есть лицевая, накид, и лицевую довязываем с внутренней стороны нашей петли. Делаем снова из 1, 3. Среднюю спицу мы провязываем без изменения наши 18 лицевых белым цветом. Вот. До конца ряда. Ничего не меняем, не прибавляем. И с этой стороны точно так же будем делать прибавку, но уже в начале, так как мы будем прибавлять по бокам. И снова делаем лицевую неполную, делаем накид. И вот так вот вывязываем лицевую с задней стеночки. И до конца ряда довязываем наши 8 оставшиеся петель лицевыми без изменений. Теперь следующий ряд мы делаем полностью все петли лицевыми. Наши 8 петель. 8 петель. И 3 петли, но уже за заднюю стенку. Как бы делаем их перекрещенными такими вот.
И последнюю просто лицевой. Теперь среднюю нашу спицу делаем также лицевой, без изменения 18 петель. Мы их пока трогать не будем. И в начале третьей спицы мы снова делаем перекрещенные 3 лицевые в начале, вот так за заднюю стеночку. И здесь за переднюю делаем, или переворачиваете за заднюю, как вам удобно. В общем, делаете до конца все лицевые. И так мы прибавили с каждой стороны по 2 петелечки. Снова делаем прибавки. Мы сейчас будем чередовать ряд с прибавками, ряд просто лицевыми. Мы провязали наши 8 петель, провязываем 9 лицевой. И среднюю из 3 петель делаем снова прибавку в нее. То есть из одной петли ввязываем 3. И последнюю лицевую. Среднюю спицу без изменения лицевыми петлями до конца ряда. Теперь снова в начале третьей спицы мы делаем средние петли из 3 прибавленных, делаем снова прибавку. Первая лицевая, во вторую делаем прибавление и до конца ряда с этой спицы делаем лицевые. Теперь следующий ряд делаем снова полностью все лицевые и наши прибавочные петли прибавленные мы делаем снова лицевыми, но за заднюю стенку. Не забывайте обязательно за заднюю, для того, чтобы не было дырочек вот здесь вот при провязывании. Не будет дырок. Ну, то есть, как, они в принципе будут, но сравнительно с вязанием их не сильно видно. Итак, довяжите до конца ряда. Теперь делаем третий ряд с прибавками. Вот, вяжем до нашей средней из 3 прибавленных петель лицевые. И теперь снова в средней делаем прибавление. И заканчиваем лицевыми нашу спицу ряд. Теперь эту спицу делаем без изменения 18 петель лицевыми. Как всегда, пока это без изменений. И со следующей спицы, с третьей, мы делаем тоже прибавочку в начале ряда. Делаем 1-2 лицевые. Теперь из 1 вывязываем 3. И до конца ряда довязываем лицевой. Следующий ряд мы также должны провязать лицевыми от начала до конца ряда, для того, чтобы закрепить наши прибавочки. И после того, как мы провяжем лицевой, вот еще сейчас рядочек лицевой, нам нужно провязать еще 2 ряда лицевыми, просто без изменения, прибавления. То есть просто вот мы прибавили по 2 петелечки с каждой стороны 3 раза, то есть добавили 6 петелечек. Вот. И вяжем до конца ряда 1 раз, 2 раз и 3 раз просто лицевыми петлями. После того, как мы провязали 3 рядочка лицевыми, у нас после прибавок появилось еще по 6 петель с каждой стороны. И нам теперь нужно снова распределить петли, чтобы было посередине ровненько. То есть у нас сейчас 48 петель, так как у нас было 36 и еще 2 раза по 6 мы прибавили с обеих сторон, получилось 48. 48 на 2 это по 24 петли, то есть у нас с лицевой стороны, ну или сверху, как удобно вам считать, и с нижней стороны, либо снизу, должны быть по 24 петли. То есть мы на центральную нашу переодеваем снова по 3 петли. То есть у нас с нижних спиц 15 петель, мы убираем по 3 петли и остается 12 и 12. Вот. Сняли по 3 петли на среднюю спицу. И сейчас мы будем делать уже убавление.
Убавлять мы будем также сначала по бокам. Итак, до конца ряда вот этой спицы мы провязываем просто лицевыми. Все как обычно. Теперь последнюю мы перекидываем на вторую, последнюю нашу петельку, на вторую спицу. И делаем такой вот накид нашей второй петли на первую, протяжку, и снимаем. Теперь снова следующий ряд, следующей спицы мы провязываем также лицевой петелькой, целый ряд этой спицы до конца. И снова с бочка нам нужно убрать будет одну петельку. Делаем мы это точно так же. Провязываем последнюю нашу лицевую петелечку и накидываем эту петелечку на следующую спицу и со следующей спицы петельку протягиваем вот так вот сверху. Тоже снимаем на спицу на первую и третью спицу до конца вяжем лицевыми без изменений. Так мы будем сейчас убавлять 3 раза. То есть вот снова, смотрите, у нас первая спица вяжем до конца лицевыми. У нас здесь было 12 петелек. И мы постепенно здесь вот так вот будем накидывать со следующей спицы петелечки. Ничего сложного нету, все как в нашей ручке. Следующую спицу мы провязываем всю полностью лицевой. Вот. Получается, со средней у нас постепенно на первую уходят петли, а с третьей на вторую. Вот мы провязали последнюю лицевой, накидываем ее на последнюю петелечку, на последнюю спицу и делаем снова протяжку. Переодеваем на первую спицу наш. И до конца ряда снова продолжаем лицевой. Это получается, мы убавили по 2 петли с каждой стороны. И делаем то же самое третий раз. Снова все петли лицевыми с первой спицы. Я вяжу немножко быстрее, потому что я стараюсь вам объяснять, думаю, что все вам понятно уже. Снова последнюю перекидываем на вторую спицу и делаем протяжку. Так делаем и с последней петлей этой спицы и довязываем до конца ряда лицевыми. Я думаю, что вы самостоятельно сейчас убавите в этом ряду и уже продолжим с вами дальше. Теперь в следующем ряду мы будем с вами убавлять, но уже больше петель, потому что у нас должно быть, ну, более такое приплюснутое, я бы сказала, лапка. То есть не вытянутая, а приплюснутая. И для этого я первые 2 петли провязываю вместе. И до конца ряда провязываю лицевыми без изменения. Это мы, получается, убавили одну петлю. Теперь последнюю мы точно так же вот так вот переодеваем на вторую. Делаем протяжку, это мы вторую петлю убавили. И теперь считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязываем вместе. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязываем лицевой, но делаем протяжку со следующей спицы. И одеваем обратно. До конца ряда довязываем эту спицу без изменения лицевыми. И так как вы видите, мы убавили больше в этом ряду петель. Теперь снова делаем все то же самое, как и в первый раз. Первые 2 провязываем вместе лицевой. До конца ряда провязываем лицевыми. С последней делаем протяжку со следующей спицы. Делали протяжку и теперь отсчитываем, но уже 4.
То есть 1, 2, 3, 4. Пятую и шестую провязываем вместе. 1, 2, 3, 4. Пятую и шестую провязываем вместе. 1, 2, 3, 4. Пятую провязываем лицевой. Делаем протяжку со следующей спицы. Вот так мы убавили максимальное количество петель. До конца ряда спицу третью довязываете лицевыми петлями без изменений. А сейчас берете ваш наполнитель. Но я в лапке использую как качестве наполнителя вату, потому что вата, как бы использовать ее вовнутрь, набивать подушку, грубовато. А именно в лапках мне она нравится тем, что когда я буду делать вот эти наши перепонки ниточками, у меня вата зафиксируется с помощью этих ниточек с иголочкой и не будет ерзаться. Если вы будете другим наполнителем набивать, зафиксируйте внизу здесь хотя бы пару стежков обычной ниточкой или этой же вязальной, то есть чтобы сюда наполнитель не сошел как бы вниз. Вата, я знаю, что не сойдет, а вот, допустим, другой какой-то мелкий наполнитель, там, я не знаю, как они называются, честно говоря, даже не интересовалась. Я подушку набиваю синтепоном стандартным, обычным, а лапки делаю ватой. Мне и как бы очень удобно и привычно, то есть и при стирке, даже если она собьется, то она никуда не денется. Вот, и набиваете, как бы я набиваю не сильно, прям плотненько, чтобы оно такое грубое-грубое было, такое, ну, в общем, я бы сказала, нежное-мягкое. Я вот сейчас не донабивала верх немного, но я его донабью уже, когда здесь более довяжу. Вот, делаете таким образом. Первую провязываете лицевой и одеваете ее обратно. А теперь на нее вот, делаете протяжки. Смотрите аккуратненько, чтобы у вас не слезло. Делаете протяжки всех остальных петель на спице. Вот так вот одеваете, одеваете на нее. От начала, вот так вот, и до конца спицы. Вот. Отлаживаете в сторону эту спицу. Теперь к следующему ряду приступаете, на следующие спицы. Вот так тоже переодеваете и нанизываете на нее, как бы вот такие колечки, на это колечко. В общем, делаете все то же самое, как на верхней лапке. Только количество петель у вас будет больше, чем на верхней лапке. И вот так вот стягиваете, стягиваете, постепенно нанизываете. Я нанизываю сначала вот так вот две спицы на колечко, потом его вот так вот переодеваю на последнее, отлаживаю спицы, беру крючок и немножечко еще ватки. И вот так вот очень простыми такими вот движениями крючка немножечко донабиваю, вот так, чтобы оно у нас было более такое гладкое, не скомканное, не съеженное. Ну, то есть, в принципе, меня это тоже не смущает, если оно будет съеженное. Но когда вы будете делать вот эти перепонки, оно не очень, честно говоря, удобно будет ложиться. Если хотите, если вам так будет проще, возьмите снизу, так поправьте, распределите, вот так вот потолкайте, то есть чтобы у вас не сильно оно такое сбитенькое было, вот все расправили. Теперь до нанизывайте вот так вот снова спицей, вот так вот до нанизывайте наши петли с последней спицы до конца на первую нашу петельку. Вот так вот. Я вам советую переодеть эту петельку на крючок после того, как вы нанизаете. И хорошенько-хорошенько так вот потянуть. Можете сделать одну такую воздушную петельку для страховки, потому что бывает, что соскакивает эта петелька с крючка. Ну, то есть всякое бывает. Если вы сделаете такую воздушную петельку, я не думаю, что она соскочит. И делайте снова одну петельку вытянутую и обрезаете ниточку. Ниточка, не нужно ее длинную,
коротенькую и затягиваете хорошо, хорошо затягиваете максимально низко вот эти наши петельки. И берете крючок, снова вот так вот вводите и вытаскиваете ниточку. Ниточку эту обрезаете. Еще раз повторюсь, можете расправить, чтобы оно было более гладко и красивенько как бы. У меня, в принципе, я же говорю, что если вам не нравится вот здесь вот как оно выглядит, хотите, еще убавьте несколько петелек перед тем, как стягивать. Но, честно говоря, можно и, я думаю, наполнителя здесь немножечко больше положить. Но, в принципе, когда я буду здесь делать перепонки, оно все равно так ляжет, ну, то есть съеженное. Уже как бы это проверено. Вот, поэтому немножечко так выровняйте. И такая вот красота у вас получилась. Вам осталось вышить только три перепоночки черным цветом. Вот. Итак, мы подошли к завершению провязывания наших лапок. Нам осталось сделать вот такие вот макетики, вот я бы сказала. Сначала я вам посоветую вырезать их из бумаги обычной. Неважно, альбомный это лист или это будет какой-то тетрадный листочек. Ну, я бы вам посоветовала сначала сделать на альбомном листе. Теперь я сделала вот такое сердечко карман, сделала для носика наш овал и сделала такой вот треугольничек, как я вам говорила, с закругленными краями. Размеры у меня треугольничка 7,5. Теперь здесь у меня в длину 8,5. Сердечко у меня получается 12. И здесь вот от проймы такой сердечко до конца 7 сантиметров. Овал я вырезала намного больше, чем носик, для того, чтобы при стягивании его он был не очень маленький. Итак, он у меня в ширину 13 сантиметров и в высоту 10 сантиметров. Теперь, как мы сделаем носик? Я вам сейчас не буду все досконально показывать. Я думаю, что вы понимаете, о чем я сейчас буду говорить. Просто проденьте темной ниточкой. Можете коричневой, если нет, черной. Ну, то есть, какой у вас цветом носик. Проденьте вперед иголочкой, вот так вот пройдитесь по краям, максимально близко к краю. И стяните. Затем, у вас, когда получится вот такой стянутый край, ну, как бы он аккуратнее получится, просто в него положите либо кусочек ватки, либо синтепона, в общем, любого наполнителя. И когда будете туго закрывать, ну вот так вот закроете, я вам советую немножечко вот так вот его распрямить. Ничего страшного, если будет ваш наполнитель выглядывать. Просто когда вы будете пришивать носик, он, если будет сильно стянут, он получится вот такая вот дулька, комочек. А если вы его более расправите, то получится такой, ну, красивенький, в общем, такой слегка объемненький, не приплюснутенький носичек такой вот получится. В общем, я думаю, что вы поняли, как делать. Когда у вас будет готовый носик, вот такой вид он у вас будет иметь, может, ну, не такой, красивее. Вот, вот он у вас, мордочки, будет вот так вот готовый. Итак, я вам сейчас покажу на другом цвете, как я сделала как бы основу, что у меня получилось в итоге. Сейчас я вам пониже так вот как бы показать. Вот я шила с внутренней стороны. Вот так вот у меня получилось. Шила с внутренней стороны вот наш шов. И здесь вшила в него хвостик наш. Ну, то есть я вам показываю здесь рябенькое. У меня второй котик будет черненький. Я вам показывала, как я делала черненького. Но рябенький на самом деле все то же самое. Такие же петли, все. Вот. Я вам сейчас покажу, что я сделала с основой на примере этого листка. Как бы я сейчас сшивать не буду, я думаю, что это лишнее. У вас основа из ваших 121 петелечки получилась вот такая. Теперь вы берете ее, вот так вот слаживаете, получается ровными частями в середину. Вот так вот у вас получается с одной стороны ваш квадрат вот так вот вязанный. А здесь вот делаете шовчик с внутренней стороны вот этих линий
и вязываете хвостик. После того, как вы шили и вязали хвостик, вам нужно с лицевой стороны выполнить швы. Я вам отдельно покажу, как я это делала. Вот, но на самом деле очень просто. Можете сделать просто соединительными столбиками, то есть оставить сверху открытые петли после того, как вы довяжете, и соединительными столбиками вводить то в одну сторону петель, выводить в другую, захватывать и просто выводить крючком. Ну, то есть я вам сейчас могу на лапке показать, если хотите, я не буду отдельно этому уделять внимание, я думаю, здесь все очень просто. Вот смотрите, у вас, если закрыли вы петли, то тем более лучше. Делаете просто вот так вот в одну, во вторую сторону протягиваете, захватываете ниточку, у вас получается петля. Теперь снова в одну, во вторую сторону петелечек, снова вытягиваете петля и делаете соединительный столбик вот так вот. Из одной петли в другую. Вот у меня поделилась ниточка. Теперь снова в одну, во вторую сторону соединительная петля, в одну, во вторую сторону соединительная петля. Если у вас открытые петли, это гораздо красивее, мне кажется, смотрится, и не нужно лишние нитки тратить на заканчивание ряда, ну так сказать, заканчивание вязания. И вот такими стежками, если вы закончите, у вас получится вот красивый шовчик закрытия петель. И так вы закончите. Вот ваше вязание, получается, я вам еще раз покажу. Сзади шов, хвостик в него ввязали. И сверху вот вы закроете вот таким красивым швом, как я вам сейчас показала, вверх. И нам осталось только лишь сделать носик. Вот так вот пришить наш кусочек плисовой мордочки. Теперь сделаете носик. Я вам сейчас уже показала, приблизительно объяснила, как должно это все делаться. И вот оно будет выглядеть вот так. Ну, сейчас не совсем как бы так красивенько выглядит. Ну, в общем, я сейчас не буду заострять внимание на носик. Я думаю, вы так поняли. Здесь кармашек. Вот. Теперь вот она моя мышка готовая. Сейчас так вот вам вниз покажу. Моя мышка вот такая вот замечательная. Я надеюсь, что у вас тоже получится еще даже лучше. В общем, вот она в кармашке. Здесь у нас носик. Ушки вы отделите швами такими вот. Я еще сделала подушку-основу. Но ничего, в принципе, здесь такого сложного нету. Я вырезала такой же квадрат из подкладки и просто отшила ушки ему. Набила, зашила. Сейчас буду все это вставлять и ушки снова отделять. Хотите, просто ушки вперед иголкой отделите, немножечко так стяните их и просто внутренность набейте наполнителем. Вот, теперь осталось только нам вот это все пришить, лапки. Лапки пришиваете где-то ниже ушек. Вот так, если у вас ушки будут, то лапки. И нижние наши лапки сшиваете вниз. Все. После того, как вы набьете внутренность подушки, либо сделаете это подушку с подкладкой, так проще для чистки будет. Не забудьте вышить вот эти вот наши швы перепоночные на лапках, то есть здесь 3 и здесь 3. И, в общем, вот такой вид у вас должна иметь подушка. Но это как бы только макет. Когда вы сошьете, все будет гораздо красивее выглядеть. Я вам сейчас вот покажу даже глазки. Вот. Обычные это черненькие бусинки. Вот так вот. Вышиваете все. Вот, смотрите, вышиваете, шьете. И, в общем, я вам покажу, что у меня получится в итоге. Вот, как вы видите, я сшила все детальки наши основы подушечки. Пришила лапки, хвостик, в общем, пришила карманчики, носик, глазки. Ну, то есть, все, в принципе, сделала. Единственное, что мне осталось, это вышить ротик и усики. Я уже также сделала в мышке в карманчике.
Вот, если хотите, можете мышек не делать. Ну, в принципе, я как смотрю, это, ну, интересная идейка была. Вот, я пришила, сделала бантик мальчику джентльмена, девочке вон бантик сверху, как вы видите. В общем, я вышью ротик с усиками и, ну, вот такие подушечки, как вы видите, у меня получились. Я надеюсь, что у вас получились еще лучше, как всегда. В общем, я желаю вам ровных петелек. Я вязала, еще раз вам напомню, с картинки, ну, то есть никаких у меня схем, описаний не было, поэтому не судите строго. Я все-таки надеюсь, что вам мой вариант понравился. Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе моих новостей первыми. В общем, всем ровных петелек, пока-пока!